Ребята, мы с вами в Икее. И сегодня я вам покажу такое, вы будете в шоке. Оказывается, в Икее появились новые консультанты. И мы сейчас на всех на них посмотрим. Самое интересное будет в конце, так что не выключайте. Надо найти панель, где у нас все. Вот они, все работники. И смотрите, какие тут появились. Начинаем вот с такого сотрудника, называется он мерзкий сотрудник. Ну или мерзкий консультант. Интересно, за что его так назвали? За цвет? Коричневенький цвет очень подходит к мебели. Давайте посмотрим, как он справится с диваном. Легко обошел. Следующий консультант у нас по имени Бен. Но почему-то от Бена только ноги. Смотрите, только ноги. Я бы не хотела встретиться с таким консультантом в магазине. Только бы меня и видели в этом магазине. Мне вот не нравится, что я выпускаю консультантов, а они сразу куда-то разбегаются. Я решила построить для них загончик. Сейчас сделаю такой закрытый домик. Так, а потом их туда запущу. Так, будет такой у них вольер для консультантов. Так, стол нам не нужен, пусть тут стоит. Так, что еще взять? Вот шкаф, наверное, можно. Пригодится шкафчик, ставим вот сюда. Вообще все что угодно пригодится, главное сделать высокие стены, чтобы они у меня не повыпрыгивали. Так, надо подвинуть, наверное. Давайте повернем. Так. Вот. Вот так хорошо. Ой, что сейчас будет? Что сейчас будет, ребята? Сейчас тут будет целая куча консультантов. И все будут в одном месте. Еще шкафчик мне нужен. Закрываем вот эту дырочку. Так. И все, стул мне не нужен. Консультанты все равно не сидят. Итак, ребята, начинаем нашу спецоперацию. Давайте закинем туда вот этого Бена. Наспамим потом какой-то блок. О, что они делают? Что они делают? Ребята, как так? Как так? Они же низенькие. Как они выпрыгнули через мои высокие стены? Тем более вот этот Бен, у которого одни ножки. Я в шоке, ребята. Но это не тот шок, который я вам обещала. Тот шок, от которого вы будете в шоке, будет в самом конце. В конце этой серии. Я пытаюсь стены сделать повыше, чтобы никто не выпрыгнул. А то посмотрите на них. Не слушаются бабушку Шошо. Итак, ребята, попытка номер два. Где они? Вот. Давайте выкидываем. Этого. Всех понемножку. По чуть-чуть. Теперь-то точно никуда... Так, ты неправильно приземлился. Но этот, ладно, пусть идет. Ой, какой большой. Смотрите, они не могут выпрыгнуть. Ура! Все, попались. Красавчики. Смотрите, вот такой вот есть. Теперь есть вот такой. Бык. Смотрите, бык. Консультант-бык. Ой, ничего себе, как высоко он... Что? Он выпрыгнул. Ребята, он выпрыгнул. Получается, что только вот эти коротышки не могут отсюда выйти. В общем, ребята, это плохая идея. Она не работает. Если только какую-то клетку построить с потолком, с полом. Но тогда будет совсем страшно. Смотрите, какой еще консультант у нас есть. Очень похож на человека. Но какого-то странного. Смотрите. Желтый костюмчик, желтые глаза. Ой, прыгает как. Так, зовут его Дейв. Давайте накидаем Дейвов. Все, пошли в разные стороны. Желтенькие. О, а этот в стену. Прыгает? Ты что, можешь перепрыгнуть эту стену? Какие они все прыгучие. Сейчас выпущу просто консультантов. И вот следующий по списку у нас какой-то Гарольд. Харальд. Вот он. Вот это у нас то ли Харальд, то ли Гарольд. Вот такой вот. Ну, неприятненький, честно говоря. Но раз уж мы каждой твари по паре выпускаем, а то и не по одной, надо и вот этих Гарольдов повыпускать, смотрите. Армия Гарольдов! Они похожи на солдатов. Так, кто у нас дальше по списку? Хьюберт. Хьюберт, вот такой вот черный, огромный. Хьюберт. Представляете, это все в Икее, ребята. Я боюсь представить, если включить ночь, что тут будет. Джим Скарри, Джим Ужас. Картинка вот такая будет за вами гоняться. Но картинку я уже встречала, видела. Потом у нас есть такой мужчина-консультант. Есть у нас широкий консультант. Вот такой, вот это называется широкий консультант. Смотрите, вот. Потому что у него что, штанишки широкие? Хьюберт у нас тут застрял, смотрите. Он хотел залезть в эту коробочку, которую я построила. Но не помещается. Потом у нас есть женщина-консультант. Вот такая вот женщина, это женщина, ребята. По-моему, самая пропорциональная из всех консультантов. Вот этот Гарольд перепрыгнул женщину, пошел дальше. Следующий у нас Дами. Дами переводится как дурачок. Вот такой вот дурачок-консультант тут теперь бегает. Почему с цифрами наверху? Что будет? Так, ребята, давайте накидаем еще дурачков.
дурачки, они должны быть безобидны. Ой, смотрите, дурачки выстроились. Ребята, что это? Смотрите, как получилось, круто. Вот это да, классно. Наверное, цифры показывают, сколько минут или секунд прожил этот дурачок. Смотрите. Вообще, мне кажется, что должно время идти в обратную сторону. Там, знаете, 10, 9, 8, 7, потом 1, 0 и взрыв какой-нибудь. Так, дальше у нас медведь. Медведь 5. О-о, вот это уже серьезно. Смотрите, какой опасный. Во-первых, он очень большой. Огромный просто. Во-вторых, он с ножом. Опасный мишка. Вот если такого ночью встретить в Икее, то, ребята, все, караул, кричите, никто не поможет. И осталось у нас еще два. Два вида консультантов. Сейчас я вам покажу, и вы будете просто очень сначала удивлены, а потом вы будете в шоке. Медведь застрял, отойдем от него подальше. Ой, хотя чего я боюсь-то? У меня же тут безлимитная жизнь. И следующий у нас медведь Прайм. Красный. О, какой большой, ребята, он же в два раза выше синего. А может быть и в три. Смотрите. Красный опасный медведь. И последний, ребята, вот, смотрите, что вы сейчас увидите. Это король. Король консультантов. Это просто какой-то шок. Что это? Мне это напоминает какой-то вирус. Ребята, вам что это напоминает? Дракона, может быть. Смотрите, сколько у него рук. Вот я смотрю, мне кажется, что это какое-то сплетение вирусов. В Икее вирус! О боже! Вирусы-монстры! Напали на Икею! И только представьте, что с вами может случиться, если сейчас вдруг будет ночь. А давайте попробуем включить ночь. О, мне страшно. Но только потому, что вы со мной, ребята. Я иду на этот шаг. Итак, я сделала дни. Туман. И сейчас будет ночь. А, все, ночь. О, смотрите, как они выглядят. Короли-консультанты. О боже, все на меня, все медведи. Это просто какой-то икеевский ад. Вы видели, что они сделали? Ребята, вы видели, что они сделали? Они меня куда-то отшвырнули. Просто куда-то в космос. А потом я приземлилась на другом конце Икеи. Вот это они меня швырнули. И это при том, что у меня безлимитная жизнь сейчас. Да, если бы я была не под защитой, то... хо-хо, я бы и секунды не продержалась. Смотрите, как далеко меня закинули. Я даже не вижу, где они. Так, у нас тут вот... Гарольд, что ли? Забыла, как его зовут. И вот такой вот у нас человек. Во! Ну чё, они все страшные. Так, одного я побила, этого могу побить, нет? Ну-ка, о! Могу, я сильная. Так, давайте драться со всеми. Где тут медведи? Ой, ребята. Я их бью. Но они почему-то недалеко отлетают. Вот меня ударили. Вот это я летела. Вот это полет мне устроили. Что я шла и до сих пор до своих монстров не дошла. Поэтому я решила их опять тут наплодить. Давайте их тут накидаем. Вот этих королей, медведей. И посмотрим, что сейчас будет. Так, вот. Все, ребята, опять я устроила тут себе адскую ночь. Смотрите. Медведи, просто очень много метров медведей. И тут дискотека вирусов. О, это что такое? Смотрите, они там все в кружочке. Дискотека у них. Монстры устроили себе вечеринку. Смотрите, как веселятся. Ой, все, они меня увидели, и опять я лечу. Ребята, опять меня выкинули. Просто на какой-то другой конец Икеи. Что их даже не видно отсюда. Представляете, какая у них сила? Вот это да, вот эту бы силу, да, в мирное русло. Представляете, вы пришли, закупились в Икее, и вас такой король-консультант одним щелчком отправляет домой со всей мебелью. Такая доставочка. Вот это было бы круто. Но, ребята, тут, конечно, страшно. Смотрите, один вирус увидел, что там вечеринка, и бегом к ним. Там еще медведи подтянулись. Икея. Это просто ужасный страх. Они все ко мне бегут. Так, включаем день, ребята, где день? Ой-ой-ой, мне страшно. Нападение просто всех возможных монстров. Все, день. И они все-таки успели меня выкинуть. Я опять улетела черти куда. Вот это да. Вы в шоке, ребята? Я тоже в шоке, смотрите. Сейчас хорошо день. Но они ходят эти монстры. И пугают меня. Вон, смотрите, туман. Из него выходит огромный красный медведь с ножом. Ой, смотрите, они все встали. Что происходит? Все встали. Все пошли ко мне. Ну нет, ребята, день, прекращайте, день. Сейчас день, вы не можете со мной ничего сделать. Сейчас день. Перестаньте, все, не ходите ко мне. Все прибежали, а сделать со мной ничего не могут. Ха-ха-ха, потому что день сейчас. Вот так. Хочу вам показать, смотрите, сколько рук. Смотрите, как они выстраиваются. Ну это просто ужас. Какой-то многорукий вирус. О! Чего? Как это так? Они днем вышвырнули меня. Ребята, они и днем могут атаковать? Это что вообще такое? Ха-ха. Это просто кошмар.
Друзья, если вы в шоке, то не забудьте поддержать бабушку жирненьким лайком. Такой страшной Икеи я еще не видела. А от королей даже днем не спрятаться. А, смотрите, опять меня выкинули. Что творят? Что творят? Ужас. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто из вас увидел этих так называемых консультантов впервые. И напишите, если вы с ними уже встречались. Ребята, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные видео.